Когда-то один умный человек сказал мне одну очень умную вещь. Каждый делает все, что может. И тут я задумался. Здесь нужно было терпение. Я вам честно скажу. Но давайте поразмыслим над этим. Все ли делают все возможное? Неужели? А если да, то почему? Из-за того, что все от природы хорошие? Или потому что мы делаем что-то, потому что чувствуем, что это правильно? Когда я смотрю на человека, который попал в трудное положение, которому не везет, черная полоса, одиночество, я всегда думаю, что кто-то же его любит. Кто-то, кому он улыбается. Кто-то, с кем он ходил в школу. Кто-то, с кем они сражались на войне. Кто-то, кто его воспитывал. Кто-то, кто думает об этом человеке прямо сейчас. И надеюсь, что он счастлив. Что бы они ни делали. Видите ли? Это очень просто. Прощать других людей. Но как тяжело простить самому себе. И как тяжело поверить в то, что тебя любят. Верьте в то, что вас любят. Это лучшее, что вы можете сделать.